принципе, что сказать. Первые 20 минут не вошли в игру, можно сказать. Пропустили два мяча, пропустили ряд ошибок. Потом хотели исправить ситуацию во втором тайме. Были моменты, можно было исправить. Ребята старались, здесь вопросов нет. Но не забили, без забитых голов. Результата не бывает. Нет, мы, в принципе, готовились к этой игре, изучали соперника. И тренерский штаб принял такое решение, чтобы оставить Сибая на второй тайм, чтобы во втором тайме вышел и усилил атаку. Почему во втором тайме на второй тайме? Почему, если у вас был такой сильный удар в первом тайме, почему не выпустить его в начале второго тайма? Ну, не хотелось ломать игру. Во втором тайме, в начале игры, в принципе, у команды началась получаться игра в атаке. Были моменты, и из-за этого не хотелось сломать. Еще есть вопросы? Ну, насчет приема вопросов нет. Спасибо коллективу, ребятам, тренерскому штабу. Все помогают. В принципе, это для меня родная команда. В любом случае, я приложу все усилия. И также и все ребята приложат все усилия, чтобы в дальнейших играх радовать наших болельщиков, которые приходят на стадион, которые нас поддерживают.